Влад Абдукеримов сделал привычка выходить на тренировку и прогулку перед выходом на работу, так как человек, который занимается спортом, чувствует легкость во всем теле, считает он. В общем, я думаю, что человек, который утром встает и делает пробежку, чувствует себя легко весь день, и это полезно для его здоровья. У каната нет точно графика работы, так как бывает, что если он один день проводит в командировке, то в другой день он не выходит из своего кабинета. Несмотря на его профессию юриста, он не участвует в судебных процессах и не любит вмешиваться в шумные юридические дела. Основная работа нашего героя – подготовка нужных документов и оказание юридической помощи гражданам. Наш современник в основном помогает подготовить необходимые документы мигрантам. Его отличие от других юристов – это бесплатная юридическая помощь нуждающимся. Большинство клиентов, которые к нему обращаются, это мигранты, которые приехали в Кыргызстан и не могут получить никаких документов. Те люди, кто к нам обращаются, у которых нет никаких документов, их ситуация очень тяжелая. Также обращаются люди, у которых нет даже свидетельства о рождении. Они спрашивают, как им быть и как им получить паспорт. Вот тогда Канат Байке, благодаря своему опыту, помогает им получить паспорт, свидетельство о рождении и помогает поставить их на учет. Он быстро находит общий язык с хорошими людьми. Я считаю Канат Байке своим учителем, и когда я прошу у него помощи, он ее не жалеет. В основном мы работаем с людьми трех категорий. Люди, которые приехали из-за рубежа, люди, которые не могут вообще получить документы, и люди с паспортами времен Советского Союза. Если говорить про рабочий график, я считаюсь юристом на выезде, но в то же время я могу принимать клиентов в своем кабинете. В большинстве случаев я выезжаю в Ошскую, Баткенскую, Джалабадскую область. Группа юристов в данное время помогает пожилому человеку, у которого нет документов и постоянного места проживания. Аксакалу Мамырджанову они иногда также оказывают материальную помощь. Личность Мамырджана Махмуджанова, приехавшего из Узбекистана, установлена, но у него нет никаких документов. Теперь с помощью юристов он получает паспорт и выходит на пенсию. В Узбекистане мне выдали паспорт на один год. После 46 лет я должен был поменять его. После чего паспорт выдали бы до конца жизни. В 45 лет я потерял паспорт, который был выдан на один год. И с тех пор я хожу без документов. Вот теперь, даст Аллах, я получу паспорт и выйду на пенсию. Я человек, который работал всю жизнь. Но мои последние 6 лет стажа, к сожалению, прогорели. Вернули бы мою пенсию, а так у меня есть хорошая трудовая книжка и стаж. Мы не можем не показать условия проживания 67-летнего Аксакала Мамырджана. Не имея документов и оставшись без работы, он договорился с хозяином гаража и сделал его своим домом. На данный момент у него есть долг в размере 5000 сом за проживание в гараже. Я тут перезимую, а летом переезжаю сюда наружу. Раньше у меня была жена кореянка. Она продала все имущество и дом и уехала в 2003 году. С тех пор я так и бомжую.
Мафтуна Абдраимова родилась в соседнем Узбекистане. Она проживает и учится в высшем учебном заведении города Ош и должна получить удостоверение Кайрылмана. Девушка, которая не знает, как получить эти документы, обратилась к нам. Так как я родилась в Узбекистане, до этого дня я не могу получить паспорт и гражданство. Поэтому я обратилась за помощью к юристам. Они не пожалели своей помощи. На данный момент с их помощью мы подготовили документы на получение удостоверения Кайрылмана и отправили в Бишкек. Тренировки в спортивном зале считаются второй работой Каната Абдукеримова. В детстве у него была мечта стать каскадером, а сейчас это его обычное дело. Чтобы стать отличным каскадером, надо постоянно заниматься спортом, так как без этого в кино и сериалах при выполнении сложных трюков можно получить травму. Акырки 5 жылдан бери каскадерлык кесипти хобби ретинемес, экинчи кесип кылып өздөшүрүп калдык. Последние 5 лет мы принимаем каскадерство не как хобби, а как вторую профессию. В Кыргызстане и в ряде других стран мы сыграли в 15 кинофильмах как каскадеры-дублеры. Я говорю вторая профессия, так как мы каскадеры Кыргызстана объединились в одну группу. На сегодняшний день мы работаем и с каскадерами, приехавших из других стран, и реализуем свои проекты. Эти методы используются только в кино. Канат выполняет вместо актеров такого рода сложные трюки. Если в обычной жизни он помогает простым людям, то в кино он облегчает жизнь актеров. Наша каскадерская группа вышла на мировой уровень в официальном порядке. Например, в одном из наших последних проектов мы были в Турции и участвовали в съемках сериала «Мехмед». В данное время трое наших каскадеров снимаются в фильме «Мулан» Новой Зеландии. В большинстве мы участвуем в съемках как каскадеры-дублеры и снимаемся в Казахстане, в России. Поэтому мы постоянно тренируемся в спортивном зале, чтобы быть всегда в физической форме и быть готовым к такого рода проектам. Один день из жизни нашего современника завершается в этом спортивном зале. Если для одних это просто тренировка, то для Каната это стало работой.